Ульяновская ассоциация ТОС радушно встречает коллег-активистов из других регионов, которые приехали на межрегиональный форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов на местах .рф. Опыт наших ТОСовцев настолько необычен, что на форум съехались гости из разных уголков страны – Краснодарского края, Республики Коми, Московской, Брянской области и других регионов. Все хотят посмотреть наши практики ТОСов вот именно касается Ульяновской области, потому что чем уникальны наших ТОСов? Потому что, конечно, наши ТОСы юрлиц. На территории Российской Федерации 40 тысяч ТОСов, даже больше 40 тысяч ТОСов. Но из них юридических лиц, которые могут участвовать в конкурсу грантов, чуть больше 2,5 тысяч. Для активистов правильное оформление документации крайне важно, ведь благодаря господдержке можно создавать комфортные общественные территории и другие крупные проекты. Чтобы гости региона увидели, как это выглядит в жизни, Владимир Сидоров провел им экскурсию по месту отдыха в Мостовой. На месте старой свалки активисты обустроили зону отдыха у воды с песчаной насыпью, комфортными лежаками, беседками, качелями на достаточно скромный для такого проекта бюджет – более 2 миллионов рублей. Соседи были в восторге от увиденного. Обязательно, когда приеду в наш родной город Брянск, я поделюсь увиденным, услышанным. И я думаю, может быть, вдохновленная вашим примером, передам вот этот вот посыл, запал и нашим жителям. На достигнутом активисты ТОС «Мостовая Слобода» останавливаться не планируют. Работы продолжаются. В ближайших планах футбольное поле. Также гостям показали ульяновские пекарни, где реализуют проекты «Хлеб всему голова», «Будет хлеб, будет обед» и другие. Юлия Адамова, Герман Баранов, Управда ТВ.